Добрый день, прекрасная Грузия, организаторы и участницы конкурса. Меня зовут Михаль Гольдштейн, и я приехала из солнечного Израиля в титуле «Миссис Евразия 2017». Я мать прекрасного 12-летнего сына и хозяйка успешного бизнеса. Однажды, не побоявшись сменить свою деятельность, я ни разу не пожалела. Я поняла, что для женщины нет ничего невозможного. И я благодарна данному конкурсу за возможность заявить и расширить свой благотворительный фонд для помощи женщин, на чьи плечи выпала нелегкая судьба, цель которого – трансформация боли в красоту. Благодарю за ваше внимание.